Это автоматизированная система управления дорожным движением. С помощью нее осуществляется управление транспортными потоками в Одессе. Оборудование, на котором сегодня работают диспетчеры, служит еще с 80-х годов и давно исчерпало свои ресурсы. Вот первая станция. Но сейчас просто солнце не видно. Вот она здесь, я могу сделать. Видя, какой поток идет оттуда, оттуда пробка, я могу изменить. 12 миллионов гривен на реконструкцию и модернизацию системы были выделены в рамках городской программы «Безопасный город». Новое оборудование поможет наладить интеллектуальное управление транспортными потоками. А это значит, что их распределение и ликвидация пробок будет происходить автоматически. На замену оборудования уже объявлен тендер, который обещают провести в течение месяца. Это замена, во-первых, светофоров на светодиодные, которые лучше гораздо видно. И гораздо видно, соответственно, снижение аварийности. Второй аспект очень важный – это снижение электропотребления, энергопотребления. То есть они в 7-8 раз меньше потребляют электроэнергии. Заняться разметкой СМЭП обещает в мае. За это время предстоит провести еще один тендер – на краску. В протяжении последнего года казначейство чрезвычайно нестабильно работает. Мы просто не можем физически сегодня оплатить уже те работы, которые провести те средства, которые у нас есть, и которые сегодня вот ожидают своего очереди на проплату в казначействе. Полностью восстановить разметку на городских дорогах чиновники обещают к началу нового учебного года. Если, конечно, не возникнут новые сбои в работе казначейства. Илона Гонзи, Алексей Мураховский, Думская ТВ.